Всем здравствуйте, снова на водоеме. 18-е, по-моему, сегодня число. Изучаю новые плесы, новые места. Кажется, я уже почти до противоположного берега дошел. Здесь, видимо, живет бобер или жил бобер. Ну, наверное, живет. Вроде он есть признаки, что там плавал. Я там с края тоже забурился. А, пробурил, наверное, я уже 30 лунок. Половину, наверное, из них прикормил. Время уже без 5:11. В общем, больше часа я на это все дело потратил. Сейчас пойду по старым лункам пройдусь. И потом вернусь сюда и буду изучать эти плесы. Тут как интересно. Так вот, маленькими-маленькими плесками, островками. То ли гоняет эту лабзу, то ли нет. Глубина такая же, как на той плесе. Где-то 1,80 м почти. Ну, а так вот, что будет, засниму. Добрался, в общем, я до вчерашних лунок. За час уже все замерзло, пока меня не было. С утра минус 19 было, с ветром. Интернет кажет по ощущениям, как 25. Но уже, я думаю, потеплело. На солнышке, за ветром более-менее. Ну и где рыба? Вчера я здесь одна из самых уловистых лунок из 15 штук. Я тут поймал 3. Сейчас, наверное, на круг туда-обратно пройду по ним. И все. До вечера, наверное, сегодня засиживаться не буду. Побегаю там по новым, по свежим. Сюда не набегаться. До туда метров еще 500, наверное. Если не больше. Что-то рыбы здесь, а нет. Ну ладно. Несерьезная рыба. 4-го, в общем, ротанчика я поймал. Все, движусь на новую плесу за новыми трофеями. Ай, надеюсь, что там будут трофеи. Иначе зачем я туда такую даль ушел? Камера замерзает, пауэрбанк замерзает. В общем, пришел на новую плесу, на новую лунку. Свежезакормленную кашей поймал сразу вот 2 ротанов. Так что, наверное, тут мы и будем теперь ловить. Вот еще поклевочка была сейчас. Изучать эту плесу и эти островки. Какой-то мелкий хватает, резко дергает. Это что-то было покрупнее. Что-то было покрупнее. Может, трофей? Нет, не трофей, но... Но этот на сегодня уже самый крупный. Может, их там много? О,
Блин, уже 4 штуки поймал за 5 минут. Больше, чем там за 2 часа. Искать, оказывается, надо. Искать, искать, искать. И здесь, наверное, надо еще искать. О, вот он. Трофейчик. Такой грамм, наверное, на 300. Даже. Ну да, где-то в районе этого. Это хорошо. Сейчас мы его запечатлим на фото. Хорош. Еще поклевочка была. Не поглядел, то ли каша-то у них есть во рту, то ли нет. То лунка кашей закормлена. Уже хорошо. Как на других, не знаю, уже будет. Но вот уже 5 штук поймал, я уже рад. Есть ротанчик. Мне нравится эта плёска уже. На той, на которой был вчера, сегодня сейчас с утра круг пробежал. Дяденька пришел. Может, его еще застану, выходить буду. Поглядим. Может, просто клев пошел и на той плесе также клюет. А может быть, еще и лучше. А я тут сижу, радуюсь. Четвертая или пятая, наверное. Пятая, наверное. Лунка на новой плесе, одного поймал. Соседний никого. Хотя один вроде тычочек был. И в одной я, наверное, двух поймал. И здесь вот еще поклевочка есть. Вернулся на самую ловистую лунку. Сейчас пойду еще дальше на первый круг по остальным. Иду в обратную сторону. Вот еще какой-то точно есть. Один точно есть. Может, мышь будет самого маленького есть. Тут ей положу. Все, кончилась рыба. Видимо, у них был 5-минутный перерыв на обед.
Есть еще маленечко там. Надо, наверное, туда дальше в проход еще забуриться тогда. Прошел так вот краем уже 5 лунок, ни одной поклевки, которые просто пробурены. Это вот крайнее, наверное, у меня с кашей. Вот как бы сразу поклевочка. Ну что, перешел я, в общем, на другую часть озера. Тут лодок. Прямо все в лодках. Сейчас посмотрю, сориентируюсь. Мне, наверное, ближе отсюда заезжать. Ну, заезжать-то не знаю. А заходить-то вроде как ближе. Заезжать на пару-тройку километров, наверное, подальше. Ну что, бурю, ищу бурю, важно, вспотел. Узенькое место тут идет от той лунки, на которой у меня клев был по вот этому краю, вот на бурю. Много лунок. Сейчас еще парочку. Та тут пробурю, погляжу. И будем пробовать. Может, он тут весь в проходе. Есть с собой останки животных на случай прикормки. Как бы посмотрим, попробуем, будет что не будет. Сначала получаться, а потом уже будем смотреть. Так, попробуем сразу сюда. Буром я сейчас сделал. Луночку в обратные размеры верну. Ходил, все уже замерзло, кромки сильно замерзли, все, рыба кончилась.
съели всю кашу, наверное, и уплыли. Нет, есть. Есть еще единичные экземпляры. Хороший трофейчик. Ну как трофейчик? Ну да, уже поболее. Маленько пошире, чем предыдущий. Хорошая луночка, хорошая. Может быть, все такие тут будут. Это было бы вообще шикарно. Поменьше экземплярчик, но тоже хороший. Это однозначно надо кормить. Вот подошел, получается, три штуки сразу попало. Иду на второй круг, ну получается на третий, я тут туда-обратно-то быстро прошел. Ну третий раз у лунки. Три штуки тут было поймано. Вот две сейчас попробовал там в проходе затопить кишки, не знаю, получилось у меня или нет. Время уже много. Пора бы трофейной рыбе на этой плёсе выходить на охоту. Ты какой-то аккуратный. Аккуратно, потому что маленький. Еще какой-то есть. Да что ты? То ли тоже такой маленький. Мы вот так вот тут раздразим там.
Вот, и с этой уночки уже 5 штук. Это очень хорошо. Вернулся я, в общем, опять сюда. Тут мне больше всего нравится. Вот такие хотя бы. Хотя бы на сегодня такие. Удачно, удачно я тут пришел, нашел. Сейчас бы ходил бы там по одному в час ловил. Ай, на тех лунках. О, хороший какой-то был. Больше этого, наверное. Тянем, тянем, тянем. Нет, меньше. Но это может быть и не он еще. Это еще может быть и не он. Третий по размерам будет. Вот этот, наверное, второй. Сейчас пойду туда. То, в общем, прошел на раз этот проход, поймал 4 штуки некрупных. Пришли на самую на сегодня удачно пробуренную луночку. Сейчас надо штуки 3, наверное, поймать тогда. Если тут рыба не кончилась. Один кто-то точно еще есть. Наверное, последний. Перед этим, когда подходил, если есть, то сразу активно брал. Какой-то такой противный уже. Сижу тут минут 15, наверное. Пытается вроде клевать и никак не может. Или я не могу его поймать, или он не может. Как подошел еще, так ни одного тут не поймал. С прохода, когда пришел. Сейчас пройду тогда по крайним лункам плесы. Может, этот потом осмелится поактивнее хапнуть. Может, у него рот так не раскрывается, просто широко маленький.
какой-то такой вроде неплохой. По ощущениям, 2 штуки тут всего поймано. Тоже такие из серии пойдет. Затишье какое-то по всем лункам. 5-я уже сейчас в одной. Маленький клювал. 2 раза, наверное, меньше этих сошел. Прям в лунке у меня. Какое-то затишье, наверное. Потом как резко выйдет. На охоту. Надо сбегать еще на дальние лунки. Там у меня из, наверное, 6 лунок 2 поймано. Небольших. Забрать их. Ну, сюда еще приду. Какой-то же тут где-то есть. Поклевка-то была. На второй круг зашел сюда в проушинку. Одного уже поймал. Еще поклевочка. Эх, мелковат. Мелковат. Но 3. Штуки без всяких прикормок, без всего, значит, надо тоже эту луночку покормить. Ходить только далеко. Вот так вот тут тянул, думал не вытянуть. Темный какой-то. А он вытянулся. И небольшой. Не самый большой. Вся рыба плавает где-то в середине. А где трофеи плавают, непонятно. Будем искать. Сейчас еще, наверное, полчасика и все, уже собираться выходить. Взял топор уже глушить трофеев на всякий случай. Вот я 2 поймал. Из лунки какая-то более-менее активность, видимо, началась. До этого на последнем круге, по-моему, тут вообще ни одного не поймал. И туда, и обратно проходил. Какой-то прямо активный такой ротан сейчас в лунке.
Все, накололся, наверное, ушел. Непонятно, непонятно. Ну, какой-то... Очередной какой-то противный ротан на другой уже лунке. Тоже никак не могу его зацепить. Как будто вообще никого. Сейчас мы все равно какого-то да поймаем. Как будто он за мной плавает. Слышит, куда я иду, и за мной плывет. Он точно, короче, переплыл. Он оттуда 10 метров до этой лунки. Че? Никак его вообще не выцепить. Паразит. Ну-ка, сейчас мы попробуем балансир сделать. Зацепился еще леской за камеру. За что, не знаю конкретно. Не вижу. Ну что, пробуем на балансир сманить его. Огромного этого ротана, хитрого. Вот он. Не такой уж, конечно, и огромный. Но мы его перехитрили. Если это он. Может, там еще, конечно, крупнее есть. Попробую маленький балансир зелененький одену. Или светлый, наоборот, там крючок побольше. Надо как-то его выцепить. Ну что, пробуем его вот на такой. Сейчас сам попадется. Нет, сразу не попался.
Этот паразит. Такой противный. Не уж это он был. Ну все, к последней лунке подошел. На сегодня. И надо уже выходить. Пока собираюсь, уже будет темно. Мелкий. Самый маленький, наверное, на сегодня. И самый крупный отсюда, и самый маленький из этой лунки. О, так пойдет. Прилипло. Тоже ничто. Тоже пойдет. Какой маленький, а вчесал так, как большой. С одной лунки поймал, наверное, в два раза больше, чем вчера, с 15. По весу-то однозначно больше. Поштучно, наверное, тут 30 нету. Но хорошо. Сегодня я доволен этим местом, что нашел его. Ну что, не знаю, камера видит. 50 штук на этой плёсе и 3 штуки у меня на той плёсе. Вот самый здоровый. Не знаю, грамм 350-то весит. Сейчас их пакетик. Войдут, поди. Ну все, в следующий раз. Приеду на эту плёсу еще, когда не знаю. Так что вот так вот. Всем пока.